ленточка разрезана, сезон в аквапарке «Амфибиус» открыт. Традиционно лето в «Амфибиусе» начинается в День защиты детей. Дети, сегодня ваш праздник. Я каждый год вас приглашаю сюда, чтобы встретиться с вами. Из года в год. Вы у меня растете, уже сначала были маленькие, потом средние, теперь уже большие. Я очень рада вас видеть. С Днем защиты детей вас. С праздника вас всех. Веселитесь, радуйтесь. Весь аквапарк в вашем распоряжении. Море брызг, скорости, яркие эмоции. Большой компании школьники катаются на водных горках и плавают в бассейне. Сегодня в аквапарке много детей. Школьники пришли в «Амфибиус» с целыми классами. С утра до вечера кататься на аттракционах сегодня они могли абсолютно бесплатно. Такой подарок от аквапарка получили более 300 детей из 6 сочинских школ. Кто-то катался на горках впервые, кто-то частый гость парка водных развлечений. Но все ребята одинаково радовались такому подарку в их день. Нам нравится отмечать 1 июня День защиты детей в аквапарке «Амфибиус». Тут можно радоваться, веселиться и гулять. Самый лучший аквапарк в мире. Ура! Это очень хорошо, что вы сделали День защиты детей. Ну, можно ходить бесплатно в аквапарке, куда-нибудь там на горке. Впрочем, детей ждали не только водные развлечения. Большой праздник для всех гостей аквапарка подготовили и творческие коллективы курорта. Скучать не давали и веселые аниматоры. Компания пиратов подготовила массу конкурсов. Одним словом, праздник получился. Такое начало лета – это заряд на все каникулы. С благодарностью отметили школьники. Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.